Муравьи. Их часто сравнивают с человеком. Они тоже создают общество, строят дома, ходят на работу, растят детей и даже пасут своих коров. Но живут они совсем по другим правилам. В Карелии обитает около 45 видов муравьев. Наиболее заметный из них – рыжий лесной муравей. Его жилище может достигать 1,5 метра в высоту. Это же только верхняя часть. Основная часть муравейника находится под землей. Там достигает глубины 1,5–2 метров. Там галереи, камеры, там, где воспитывается их расплод. На то, чтобы создать такой дом, у рыжих муравьев уходят десятки лет. С чего же начинается муравейник? Конечно, с женщины, вернее, с самки. В начале лета, когда происходит брачный лет муравьев, насекомые спариваются, после чего оплодотворенная самка ищет место, где сможет основать новую колонию, общину, в которой она станет царицей. Довольно часто выбирают место, так как с севера было заслонено от холодных ветров, и с южной стороны от ствола какого-нибудь. К слову сказать, спаривается самка всего один раз в жизни. Это удивительно, ведь яйца после этого она откладывает на протяжении всего своего существования. А живут царицы не так уж и мало – около 20 лет. После того, как самка выбрала идеальное место для своего будущего жилища, она делает первую кладку, из которой выходят первые рабочие. Они-то и займутся строительством муравейника. Все рабочие у муравьев – это неразвитые самки. Они бесплодны, поэтому их миссия – строить муравейник и поддерживать в нем жизнь. Самцы у муравьев развиваются из неоплодотворенных яиц. Если яйцо не оплодотворено, то из него будет вырастить самец. А из оплодотворенных уже в зависимости от диеты вырастет или новая королева, или рабочие особи. Роль самцов сводится к оплодотворению молодых самок. Обычно они появляются в муравейнике незадолго до брачного лета и вскоре после спаривания погибают. Первое потомство царица кормит сама. Добыть еду в одиночку сложно, поэтому на корм личинкам приходится отдавать даже часть своих яиц. Но несмотря на то, что живут они впроголодь, работать приходится на износ. Они сначала занимаются кормлением матки, царицы своей, и заботятся о личинках. Потом проходит какое-то время, они переквалифицируются уже в уборщиков помещений и строителей гнезда, делают там новые галереи, убирают мусор, выносят покойничков. А потом переходит уже к фуражировке, то есть снабжению семьи питанием. Муравей-фуражир уже после этого никуда не переходит, он так до смерти и будет фуражиром снабжать пищей свою семью. Муравьев часто ставят в пример как образец трудолюбия. Но правда ли, что работают они исключительно из любви к труду? И неужели среди них не бывает лентяев? Мы очень часто смотрим на все со своей колокольни. На самом деле, надо рассматривать несколько по-иному. Представим себе, что вся муравьиная семья – это единый организм. Представьте себе, что какие-то эритроциты у нас в крови перестали бы переносить кислород. Нам это совершенно не надо. Так и в муравьиной семье эти бездельники не нужны.
Рацион рыжего муравья зависит от его возраста. Личинкам нужен белок, поэтому их кормят животной пищей. Для этого муравьи-фуражиры охотятся на гусениц, личинок, пилильщиков. Не побрезгуют принести в гнездо и умерших насекомых. Взрослые же особи сидят на углеводной диете. Пьют сок растений, нектар цветов. Они часто используют сосущих насекомых, в частности тлей, как источник этих углеводов. Собирает так называемую пать. Для чего муравей подходит к этой тле, усиками барабанит по туловищу, и она выделяет эту сладкую капельку пади, которую собирает муравей и несет в свой муравейник. Для тли рыжие муравьи сооружают целые фермы, на которых сами работают пастухами. Они заботятся о ней и оберегают от всевозможных врагов, которые могут причинить ей малейший вред. Не зря тлю называют муравьиной коровой. Они, в принципе, заинтересованы в том, чтобы эти тли никуда не делись, чтобы их там не съели другие насекомые или там птицы. Поэтому они их охраняют и постоянно бегают туда-сюда по одному и тому маршруту, доят эту тлю. Причем муравей никогда не ест в одиночку. Если он нашел даже небольшую добычу, он обязательно поделится ей со своими сородичами. Так устроено муравьиное сообщество. Общаются они между собой на языке запахов с помощью феромонов. Муравей распыляет тот или иной аромат, а соплеменники улавливают его с помощью усиков. Феромоны помогают им прокладывать маршруты, предупреждать об опасности, звать на помощь или сигнализировать о необходимости перемен в муравейнике. Например, когда пришло время вырастить новую царицу. Если муравьиная колония достигла уже каких-то пределов, и по численности населения самка начинает продуцировать такие феромоны, и рабочие, которые ухаживают за личинками, сажают их на определенную диету. И возникают несколько, может быть, даже личинок, из которых вырастают полноценные самки. Феромоны помогают муравьям распознать, когда к члену семьи нужно прийти на помощь, а когда наоборот, от родства с ним стоит отказаться. Так, если насекомое получило небольшие увечья, то сородичи предпримут все усилия, чтобы его спасти. Они помогут ему добраться до муравейника, где будут за ним ухаживать. Как-то даже проводили опыты. Что-то с ними делают, что у них на 20% смертность снижается. Пытаются, видимо, чем-то лечить. А вот если ранения оказались слишком серьезными, например, муравей лишился усиков или большинства лап, помощи ждать ему уже не стоит. Тут у них опять все на химию переходит, пахнет по-другому. И его уже сами сородичи не воспринимают как того, кому нужна их помощь, оставляют умирать. Не повезет и муравью, который подхватил инфекцию или грибок. Скрыть от сородичей это не удастся. Они поймут по запаху и попросту не пустят его в муравейник. Если насекомое скончалось от болезни внутри гнезда, почетных похорон тоже не будет. Болезни им не нужны, конечно же, в муравейнике. Они стараются избавляться, чтобы никаких патогенов там не было. То есть они выносят его за пределы муравейника вместе с мусором каким-то. Когда приходят холода, жизнь в муравейнике замирает. К этому насекомые готовятся заранее, законопачивают входы и выходы и перебираются на нижние этажи своего жилища. Они не то чтобы спят, но находятся в очень малоактивном состоянии. Ждут первых лучей солнца, когда они уже выходят погреться. Как и у всего живого в лесу, у муравьев своя роль. И она заключается вовсе не в том, чтобы показывать нам пример трудолюбия. Муравьи помогают лесу быть здоровым. Своими галереями под землей они разрыхляют почву, насыщают ее кислородом. Кроме того, рыжие муравьи помогают бороться с вредными насекомыми, чем спасают наш карельский лес.